Привет, друзья! С вами Дарика. Сегодня приготовим очень нежный и вкусный суп-пюре из кабачка на молоке. Вот такие продукты нам понадобятся для его приготовления. Такой супчик получается сливочным, полезным, очень нежным и вкусным. Обязательно приготовьте, а еще подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новый рецепт. До новой встречи, друзья!